Я вообще не думала на эту тему, давайте так. Ровно год назад, уважаемые коллеги, жители Гагаузии оказали мне высокое доверие. Избрали меня на должность Башкана Гагаузии. Срок моего избрания и срок моей работы 4 года. Поэтому я с удовольствием все 4 года буду исполнять все предвыборные обещания, которые я давала нашим избирателям, и, соответственно, всю ту программу предвыборную, которую ставила перед собой. А где мы с вами тогда? Я вам ответила.